ходе атаки погибло 22 морских пехотинца. У нас не хватает ресурсов для ухода за всеми ранеными. Даже если контролируемая Чаном акватория осталась позади, доктор, это еще не конец. Все нужны нам живыми и готовыми к бою. Насчет могильщика, сэр. Среди погибших их нет. Вот, блядь. Ну что же, ладно. Что еще? Если их поймали, каковы шансы? Если их схватил Чан, то вряд ли мы их когда-нибудь еще увидим. Рекер. Рекер. Они говорят, тебя так зовут. Ты что-то знаешь о Цинзе? Я слышу, как они говорят о тебе и о Цинзе. Говорят, ты что-то знаешь. Эй, сержант, очнись. Ты же американец, забыл? Думаешь, твоя страна станет тебя спасать? Нет. Ты сгниешь здесь. Причин доверять мне у тебя нет. Но один человек может сделать не так много. Давай, сержант! Вся цепь не крепче своего слабого звена. Ты сильный, и тебе хватит сноровки выбраться из этого сраного места. Я тебе доверяю. Ты меня понял? Разве что тебе хочется вдыхать эту вонь последние часы своей жизни. Если ты пережил ядерный взрыв, как я, или сражаешься за свободу, как ты говоришь, от смерти время не пристало. И что за той стеной? Снова тюрьма или свобода? Тебе что, интересно? За мной! Черт! Смотри, куда руки ставишь. Лезь, давай. В сторону. Нужно прыгать. Давай, морпех, перепрыгивай на трубы. Хорошо, держаться вместе, выживем. А теперь осторожно. Получишь пулю, я помочь не смогу. От мертвого морпеха пользы никакой. Давай, сержант! Хорошо снова иметь цель. Делать то, что делаешь лучше всего. Мое появление просто подарок. Суматоха. Поднялась нешуточная. В центральной вышке есть система блокировки механических замков. Мы откроем в этом чертовом месте все помещения. А
теперь осторожно. Сними охранника. Только тихо. Проберись в башню, открой ворота и выпусти нас.
Теперь им есть чем заняться! Пошли! Надо пробраться к лифту! Подкрепление! Берегись! Пробраться к...
Теперь им есть чем заняться! Пошли! Надо пробраться к лифту! Крепление! Берегись! Thank you.
они его дели. Ты о чем вообще? Впереди лифт. Это единственный выход. Без Пака мы не уйдем. Слушай, я здесь Черт! Уберем их. Очистим сектор! Это выход? Да. Почему ты нам помогаешь? Это вы мне помогаете. Когда-то я спускался по этой шахте. Это твой товарищ. По оружию он нормальный? Где мы? В Сингапуре, да? Хорошая шутка. Твой друг шутит. Я ирландец. Ты Рекер. Пак. Пак. Вот черт, точно. Так вы не знаете, что там наверху? За сосом был. Понятия не имеете, да? Скоро все узнаете. Пусть идут первыми. Нарвутся на поле. Мы должны идти за ним, но что-то мне эта херня не нравится.
главные ворота впереди. Пошли. Осторожно, РС, я прикрою, если... Ворота открыты! Быстрее! Хватит с нас этого дерьма. Русский чувак, похоже, знает, что... Поговорим, когда выберемся отсюда. Как скажешь. Сейчас будет рывок! Кто-нибудь сможет двигаться? Зачистите зону!
Чисто! Теперь что? А теперь пульт управления. Пульт управления? И где его, бля, искать? Рядом с воротами. Спокойно, американец, я все поправлю. Давайте, давайте, пошли. Комната управления, Рекер. Заходите. Где же это? Так, хорошо. Это хорошо. Надеюсь, все, блядь, получится. Я прокручивал этот день у себя в голове уже очень-очень давно. Я чувствую себя разбитым. Говорит. Вертолеты! Мне нужно время, чтобы открыть ворота. Вертолеты! Они скоро будут здесь. Готовьтесь! Переклаймеры, взрывчатку, все, что может пригодиться.
время! Почти готово! Суки! Защищайте комнату управления! Все лежат. Бля, едва пронесло. Ты как, Крэг? Пошли! Ладно, русский. Давай, открывай ворота. Да, сейчас все сделаю. Сработало. Они открываются. Это что еще за херня? Заело! И так хватит. Чего? Сможем подлить. Порядок. Да. Вонючая сука! Ты хочешь убить ту женщину, которая нас только что спасла? Успокойся! Чёрта с два! Ты нас сдала! Дай мне объяснить! Нахер все! Ты предательница! Ты работаешь на Чана! Нет! Если я кого и предала, то только Чана! Он хотел убить Цинзе, а я должна была его защитить! Ну и что с того? Он все равно, блядь, мертв! Нет! Ничего подобного! Замолчите, детки! Вы же не хотите здесь подохнуть! Пойдемте! Хватайте оружие! Дальше будем потом. Поверить не могу во всю эту херату. Пора выбираться отсюда. Сержант, помоги мне с воротами. Сержант, ну же! Рекер, вот, возьми. Бинокль все еще у тебя? Какой Магнус? Где мы, мать ваша? Отвиньте как! Свобода!